The Oas Waterspail Platz. Людей тут как на пляже в гидропарке в жару 35. Класс. Данька радуется в воде. Мы редко тут в Нидерландах купаемся. Поэтому для мальчиков это особенное событие, поход в бассейн. Макс не знает, в какую сторону бежать. Везде глаза разбегаются. Вот так. Наконец мы их сгруппировали в одном месте. Вдвоем. Можно, Макс, но это не совсем горка. Это просто водичка играться, вода течет. Макс нашел какую-то конструкцию, систему желобов, по которым течет вода. Вместо воды решил полазить по ним. Залез в кувшин. Тут водичка течет. Осторожней будь, тут скользко. Обсохнем, погреемся, потом пойдем еще. Макс и Даня нашли вот такие вот тележки на управлении ручном, как велосипед. Данька вот так крутит, она едет вперед. Если крутить одной рукой, она крутится на месте. Если крутить двумя руками, она куда-то будет ехать. Макс, одной рукой в одну сторону, другой в другую. Вот так, да, вот так. Вот так. Толком у нас тут всякие... Пошли, кабинки на педалях крутятся. Скельтер. Эти кабинки, они называются скельтер. Быстро забрался в кабинку. Ух ты! Ну давай. Ну только ты знаешь, что крутить педали придется целый круг. Я тебя не сниму никак, если ты остановишься. Ну давай. Нажал на кнопочку. Зеленый свет загорелся? Загорелся. Можно ехать, крутить педали. Макс, молодец. Если целый круг проедет, это очень непросто. Макс пока крутит. Мама зовет Макс тебя. Хочет, чтобы ты помахала. Рукой ему помахала. Настя. Наш хитрый Макс пересел с зеленой кабинки в красную и поехал по второму кругу. Нажал на кнопку, ждет зеленый свет. Привет, я смотрю на тебя. Давай. Важно, чтобы кто-то наблюдал. Давай. Последние чемпионские. Вот так, молодец. Дорожка тут, попробуй пройди. Держись. Не так просто, она крутится под ногами. Вот так. А, я быстрее. Данька уже видно, устал, по нему видно. Вот такой ангар с игрухами. Куда они шли? Они шли, тянули меня на эту горку большую. Зеленый свет загорелся. Можно ехать протирать штаны. Ай, ребра. Ага, папу затянули. Мама, иди ты тоже катайся. Что тут, Макс? Маленькие, да, мы тут маленькие. Мы ждем вот это. Выехали из туннеля. Маленький туннельчик, короткий. А тут батут есть поменьше. Мы на большом были. Вот маленький как раз для Макса и Дани батут. Макс говорит, не пойдем. Очень маленький. После большого батута такой... Бассейн, наверное, запомнится сегодня мальчикам больше всего. Понравилось сегодня. Бассейн? Конечно. Больше всего понравилось. Что понравилось? Все. Все? Все понравилось. Все, приехали, выходим.
Шановні пасажири, коли виходите з вагону, не залишайте свої речі. Главный вагон, кабинка. Мы идем сейчас после паровозика, какой-то Петер и Клетер Спилтаун. Данька у нас сможет крутить педали или не очень? Смог, молодец. Паровозик отправляется. Да, Настя делится своими впечатлениями по поводу цен на продукты, на питание в этом парке. Цены дороже Эфтелинга. Бутылка воды Липтон Ice Tea стоит 4 евро. В Эфтелинге стоило 3 евро. 3,50 нам поправляют. Макс, я тебя нашел. Дань какую-то игруху с шариками нашел железными. Ну сюда иди и спускайся. Ты застрял. Попа сильно тяжелая. Вот так, поднимайся. Вот так, а ты наступай на перемычечки. Ты не на сетку наступай, а на перемычки. Прых. Классную карусель Даня нашел. Видишь, Макс, все равно нужно крутить педали. Давай крути. Крути, крути, крути. Так, все летел. ВХ нох нит нархаус, нох ланге нит нох. Да, Макс, закроют тебя в парке и не пустят уже, все, будешь тут ночевать. Парк закрывается, мы уходим. Змея висит.